Всем привет! Сегодня хочу поделиться очень вкусным, очень красивым салатом. Назвала я этот салат Назико, потому что именно она придумала этот салат. Вот, Назико, тебе привет! Спасибо за салат, сколько лет уже его делаю. Вот, и не устаю, мне он очень нравится, очень легко все делается, быстро и вкусно. Все в твоем стиле. Так что тебе огромный привет из Питера в Грузию. И большое спасибо за рецепт. Для начала нам надо разобраться с шампиньонами. Нарезаем их. Перед этим очищаем, конечно. Нарезаем пополам и потом на три части. Всего у меня шампиньонов 250 грамм. На самом деле количество в этом салате ингредиентов не имеет значения. Кому что нравится больше, можете того больше их положить. Очень легкий салат. Очень быстро все делается. Нарезаем так, чтобы еще надо учитывать то, что шампиньоны при жарке, тушении, они уменьшаются в размере. Итак, эти шампиньоны слегка надо посолить для вкуса. Что делаем дальше? Сковороду разогреваем и кидаем эти шампиньоны на сковородку. Без масла. Здесь масла не нужно. Нам нужно убрать из шампиньонов лишнюю влагу, то есть подсушить. Можно слегка даже как бы обжарить, но не сильно. Закрываем крышку и пусть тушится на среднем огне без масла, без воды. Посмотрите, через 3 минуты сколько вот жидкости у шампиньонов вышло наружу. Нам теперь надо выпарить эту жидкость. На самом деле, вот они в собственном соку и готовятся, получается. Они уже уменьшились в размере. Закрываем снова крышку и тушим дальше. Пока тушатся шампиньоны, можно заняться другими ингредиентами. У меня здесь две грудки, половинки одной курицы. Нам нужно их вот так вот отсоединить по волокнам. На тоненькие-тоненькие вот такие вот длинные волокна. Грудку я просто отварила в подсоленной воде. Резать ножом не надо, не получится резать ножом так тонко. Поэтому вот так вот. Все, жидкость выпарилась вся, уже обжариваются шампиньоны. Жидкости больше нет. Убираем с плиты. Обжаренные шампиньоны перекладываем в посуду, в которой будем все перемешивать. Посмотрите, из двух грудок сколько мяса получилось. Тоже добавляем все к шампиньонам. Дальше у меня половина лука одного. Нам надо тоже длинной соломкой нарезать очень тоненько, совсем тоненько. Поэтому ставим не как обычно, как бы вниз, а наоборот, вверх.
И получится тогда тонкие, длинные такие соломки. Лук надо резать совсем тонко, чтобы не сильно он чувствовался во рту. Вот такие вот. Добавляем лук тоже сюда. Значит, берем болгарский перец. У меня два цвета. Если есть, можно взять зеленый. Он тоже вкусный. Так, я буду брать по половинке от каждого. Если вы очень любите болгарский перец, вы можете целиком как бы нарезать. И точно так же длинной соломкой нарезаем тоненько. Вот на такие тоненькие вот пластиночки. Болгарский перец тоже идет туда. Следующий и последний ингредиент. Нарезаем яйцо пополам, убираем желток. Желток в этом салате не нужен. Так получится более легкий салат. И вообще, если хотите получить любой салат легким, чтобы он был, лучше желток не добавлять. Так, нарезаем также тоненько. В итоге нарезала 4 яйца, вернее белок только от 4 яиц. И добавляем тоже наш салат. Добавляем совсем мало соли, потому что шампиньоны я посолила и грудку тоже слегка солила. И в майонезе есть соль, поэтому солью надо в конце уже смотреть. Так, чуть-чуть черного молотого перца. Хорошенько перемешиваем. Сначала без майонеза. По желанию можно добавлять огурцы. Тоже получается очень сочно и вкусно. Я просто сегодня не добавляю, чтобы показать вам в оригинале, как вот он выглядит без огурца. На майонез добавлять желательно, ну, хотя бы за час до того, как будете подавать. Добавляем, значит, майонез. Майонез любой по вкусу. И перемешиваем.
Получается очень вкусный, красивый салат. Очень легко все делается. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока!